Всем привет, играем в фазмофобию соло кошмар Уиллоу Стрит. Джеймс Кларк, свеча паранормальное явление и датчик движения. Ну, пойдемте. Надеюсь, это не круг призыва. Потому что круги призыва, если честно, уже достали. Как и туман, на самом деле. Туман тоже часто попадается. Туман-дождь, туман-дождь. Ничего другого нам в жизни и не надо. И не надо нам ничего другого. Так, у нас здесь кукла вон сидит, смотрите. Думала, я ее не замечу, а она сидит. Ну, кукла — это не круг. И на том спасибо. Хотя, конечно, хотелось зеркало. Сейчас бы глянула в зеркало бы. Все бы узнала для себя. Уже поехала пить чай. Но нет. Чай пить рано. Мы еще не нашли комнату призрака. Угу, Константин. Добрый вечер. Я вас пока тут закрою. Так, тут чё? Почему у вас дверь открыта нараспашку? Вы чем тут занимаетесь, а? Ну, чем они тут не занимаются? Ладно, хорошо. Зря быканула. Так, у вас тут что? У вас тут как? 12,6. Хорош, температура. Так, а ванны-то чё с Константином? 16,8. Хорошая температура. Ну, вы хотите сказать мне, что это гараж? Вы так и хотите мне сказать? Подвал, да? Я надеялась, что это будет гараж. Ну ладно. О, движуха. Ой, движуха. Свет включил. Значит, не Мара. Это все, что я пока могу вынести из этого. Это не Мара. Ой, господи, голышок. Отвали. Напугал. Дурак. Так. Голышок любит обнимашки. Это мы только что поняли. Еще он любит трогать двери, поэтому пойдемте скорее снимать отпечатки. МП5 пока не забыла. Так, отпечатки. Вот это и радио. Пойдем. Там он выключатель-то потеребил. На выключателе тоже, наверное, пальчик остался. Но нас больше интересуют его ладошки, конечно. Так. Это же не атака. Кошмар. Кто так делает? Активный голышок. Четко нет. Нет отпечатков. Ну, спасибо, что потеребил. Не. Без арбы сегодня. Ты здесь? Ты здесь? Ты молодой? Ты молодой? Ты здесь? Ты молодой? Не слышишь меня? Ты здесь? Ты здесь? Ты молодой, ты злишься. Ты злишься? Килл. Все понятно, хорошо. Это все, что я хотела знать. Молодой. Такой молодой, а уже килл. Итак. У нас с вами дух, мираж или близнецы. О боги, о боги. Только не близнецы, пожалуйста. Я все еще не понимаю. Мне не везет с близнецами. Близнецы — это моя персональная боль.
А у нас с вами свеча, датчик движения. Хорошо, это можно все сделать. Подожди, поставь, пожалуйста, свечу на место. Так, свеча раз, свеча два. И датчик движения один, наверное, хватит вполне. Миража-то мы, конечно, сейчас проверим по соличке. А вот дух или близнецы? Пока нет ничего близнецовского. Но я так говорю в каждой катке, где у меня близнецы. А что, мы без света сидим? Без света мне не нравится. Особенно когда такие голышки агрессивные. Знаю, куда поставить. На пол. Он, кстати, такой агрессивный. Дух, мираж и близнецы. Там, ну, никто не агрессивный. По-хорошему-то. Так, датчик сработал, свеча нет. Ну, бывает. Бывает и такое. Давайте соль. Вот это и вот это. В принципе, кукла Вуду нам особо-то и не нужна. Не, ну спровоцировать атаку, да. Для атаки в самый раз. Хорошо, лежит красиво. Ну, в целом, ага, телепорты пошли. Ага, хорошо. Ну, нету ноженек никаких. Вообще прям. Давайте еще вот дверь откроем, посмотрим здесь сразу. Нет, нет. Абсолютно точно никаких следов. Это мираж. Даже не надо обкуривать. Да, получается, мы все. Это что, спидрун? Поньк. Еще одну свечу зажжем. В память о мираже, который смог нас напугать, но не смог сделать ничего больше. Так, свеча потухла. Да, потому что призрак ее потушил. Великолепно. Это все великолепно. Так, ну фоткать нам нечего. Мы с вами можем рискнуть. А мы с вами обязательно рискнем. Потому что мы смелые охотники на призраков, и нам все нипочем. Подвал не самое хорошее место, конечно, чтобы заниматься риском. Но мы с вами вполне можем пофоткать взаимодействие. И заработать на этом немножко деньжат. Поскольку мы не получим денег за отпечатки. Ни за отпечатки ног, ни за отпечатки рук. Вот так у нас мираж. Мы находимся в проигрышной позиции, несмотря на то, что мы выполним все задания. Денег мы получим за эту катку немного. Нам тупо нечего фоткать. Поэтому при помощи куклы Вуду мы можем провернуть такой не очень безопасный трюк. Я, наверное, убегу. Подожди, стой. Наверное. Но не факт.
Если он здесь появится, мне конец. Я, знаете, еще не поняла. Почему атака началась не сразу? Там же, типа, я в сердце воткнула. Первая иголка же. Это очень интересно. Ну, сейчас-то мы можем безопасно, да, фоткать относительно? Относительно. Пойдемте попробуем, чё. Надо тестить. Проклятые предметы, обновление. Куда я куклу скинула? Где-то тут должна валяться. Это свеча. А кукла-то где? Ага. Так. Так. Только не убивай. Это дверь. Ну, вот и все. Будет смешно, если мне за это дали денег примерно нисколько. Так, это мой фонарь. Все, спасибо, до свидания. Очень приятно было с вами общаться. Не, ну дали, смотри, хорошо. Две фотки еще осталось. Две фотки осталось. Блин, ну надо идти. Азарт, азарт проснулся. Там же еще таблеточка есть одна, правильно? Правильно. Выжмем все из этой катки. Это, кстати, само упало. Без участия моего. Ага. На тебе, блин, в лицо, да? Еще одно. Что-то двинулось.
Не, ну в целом, конечно, нервишечно, но он начал атаку, когда я уже поднималась наверх. У меня там было времечко и благовошку подобрать, и зажигалку. Но в целом мы с вами молодцы, мы заполнили альбом. И даже не умерли. И даже миража вычислили. Выявили, как я люблю говорить. Многим комментаторам почему-то на Ютубе слышатся всякие вещи, не понимаю, о чем они. Говорит, послышалось. Не понимаю. Мираж, 340. Это максимум, ребята, сколько мы могли получить за эту катку. А всего лишь почему? Потому что мы решили рискнуть. А риск — дело благородное. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.